Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил убежище. Ассанж стал известен после того, как в 2010 году сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы Госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане. Вскоре после этого в Швеции началось расследование по заявлению на Джулиана Ассанжа в совершении преступления. Основатель WikiLeaks отрицал вину и опасался, что в случае ареста Швеция может выдать его США. Из-за обвинений и неявки в суд был выдан европейский ордер на его арест, применимый и в Великобритании. В конце мая 2012 года Верховный суд Великобритании окончательно постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Тогда он попросил убежище в Эквадоре. После смены власти и прихода Ленина Морено на пост президента страны, правительство решило прекратить период политического убежища. Тогда Ассанж был задержан полицией Великобритании. Президент Эквадора Ленин Морено в своем видеообращении объяснил отказ предоставления права на убежище неоднократным нарушением со стороны Ассанжа норм международной конвенции. С точки зрения многих международных обозревателей, такая ситуация может являться проявлением несогласованности действий администрации предыдущего и нынешнего главы государства Эквадор. Экстрадиции Джулиана Ассанжа требуют власти США, где он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По версии властей США, для взлома компьютера в 2010 году Ассанж вступил в сговор с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом. Вестминстерский суд обязал Вашингтон предоставить необходимые документы, и в случае признания его виновным Ассанжу грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вполне вероятно, что ему будут предъявлены и более серьезные обвинения. Как сообщает BBC, есть информация о возбуждении уголовного дела в отношении Ассанжа в связи с его вероятной причастностью к утечке электронных писем Хиллари Клинтон во время американской президентской кампании 2016 года. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.